Добрый вечер, дорогие мои. Ну, придется вас еще один раз удивить, потому что мы с матушкой, вот она приехала, находимся в Большом театре. Вот он, Большой театр. Сейчас закончилось первое действие. И смотрим мы с ней здесь оперу «Царская невеста». Это одна из наших известнейших опер и классических опер русского репертуара. Русский репертуар, вы знаете, не очень большой. И «Царская невеста» входит в элиту русской оперы. Ее ставят практически на всех сценах. И Большой театр, и Мариинский, и Новосибирский ставят. Ну, в разных местах ее ставят. И, конечно, это особое такое культурное явление, которое мы никак не могли пропустить. Но я вам покажу немножечко Большой театр. Вот он так выглядит с пятого этажа, или вообще он называется второй этаж. Сейчас перерыв, оркестр ушел, люди тоже все в буфете. Ну, а мы здесь радуем вас записями и разговорами о Большом театре. Культура – это одно из обязательных средств для человека, развивающие его как интеллектуальные, так и духовные возможности. Потому что в культуре отражены таланты человеческие, отражена Божья воля и Божий талант, можно так выразиться. Потому что высшие культурные достижения, они всегда по промыслу Божьему и с помощью Духа Божьего создаются и отражают невероятные возможности Духа и Бога. Потому что в лучших своих проявлениях культурные ценности всегда превышают человеческие возможности, превышают человеческие достоинства. И поэтому, когда мы их потребляем в таком высшем качестве, ну вот как, например, Большого театра, то, конечно, человек развивается и обязательно поднимает свое не только культурно-нравственное, но и духовное состояние. Сейчас ведь очень удобно стало все это делать, потому что по интернету можно открыть практически сайт любого театра и найти там все эти постановки, они все сняты, они представлены, причем в разных исполнителях. Но надо сказать, что в театре это всегда выглядит немножко по-другому. Очень забавно здесь смотреть, как внизу все сидят с телефонами. Сейчас народ придет и все там засветится. Как матушка говорит, раньше сидели с веерочками, а теперь все сидят со смартфончиками. Даже когда объявляют, что нужно выключить телефоны, все выключают. Но малюсенькая заминка на сцене, сразу телефоны включаются. И народ, конечно, селфится. Народ фотографируется и, наверное, отсылает, как они здорово находятся в Большом театре. Постановка очень красивая. Поют хорошо, играют еще лучше. Оркестр в Большом театре всегда славился своим качеством. Вот, очень хорошие костюмы, да еще и новые.
все чистенькое и свеженькое. Зал полный, это сейчас так выглядит. А так, когда подойдут все, зал будет полный. Снимать нельзя во время спектакля, поэтому уж извините, ничего вам показать не смогу. Нам билеты достала наша сноха, ее называют, или дочка наша, Олеся. Шмоткина ей фамилия, можете в Инстаграме найти. Она, можно сказать, не только сама хороший художник, потому что она действительно художник, она преподает художественное творчество еще и детям с отклонениями. Через это творчество восстанавливает детей с аутизмом, там, с церебральным параличом или еще с какими-то отклонениями. Но Олеся еще прям настоящий искусствовед. Она постоянно каждую неделю что-нибудь посещает, где-то бывает. Ну и нас радует. Олеся, спасибо тебе за билеты. Олеся, правда, видно здесь хорошо. Сцена как на ладони. И поэтому мы, конечно, довольны. Все, я затянул сюжет, извините, будем смотреть дальше, а всем вам желаю культурно развиваться, не уходить в себя, не наполнять себя этой жвачкой, которая по телевизору постоянно идет, а действительно прикасаться, вот, нудить, нужно себя нудить, чтобы прикасаться высшим экземплярам культуры. Так что всем здоровья, радости. Аминь.